Продолжаем съемку. Вторая часть. Почем такие голуби? По 200 рублей. А желтые? Тоже самое. Вот. 200 рублей. Такие вот голуби в Ставрополе. Бакинцы. Нож меньше, да. Ну, у них чубы теряются. Барабанчик. Это Благодарницкий, где? Да? Где? Вон справа. А, вот. Иди, ты не видишь. Ну возьми в руку, покажи человека, который не голубятник. Покажи им, пускай хоть посмотрит. Космоты. Вот такая космобут. 10 штук пара. Как называется порода? А вот хозяин спросил. Бухарский. Бухарский. Снял? Бухарский барабанщик. Это гульбада или как? Как вот эти называются? Щелканы. Или щелканы, понял? Фотографировали 100 рублей. Вот это тоже. Почем? О, прекрасная цена. 50 рублей. 50 рублей? Чеки спи. Вот, по 50 рублей даже такие голуби. Ну, я им сейчас красный галстук, я вижу, что я. А сороки почем? По 300. По 300. Уже, ну, видишь, я не стал и готовить их на выходные. Ну, вкус, они же седают. Ездить что-то никуда не хочу. Хозяина нет. Благодарницкий по 450. Двух чубы. Да у меня сейчас вида нет. Ваш, да? Не, вот, да. Снимайте. А почем? По 500. По 500 рублей. Видишь, какие хуйники, блин. Чубы охуительные, блядь. А годится оно? Кто? Ну, кто именно? Ну, вот это до. Отсюда. От 100 рублей. Смотря что. Есть до сотни, есть 300, есть 200, есть. Доступные цены. 100, 200, 300. А павлины сколько стоят? Не знаю. Ташкены. По 1000 рублей. Какого хрена? Съемка идет, не матюкай. Это ты перепутал. Какую цену, голуби ваш? Какую цену? Разная цена. В Волгограде они ваши. Это Волгограде. Здравствуйте, ваши, да? Я знаю. Какую цену? 500. И сколько ленинаканцы стоят? Не знаю, я не знаю. Ленинаканские 500 рублей. Вот эти по 250. Здравствуйте.
Здравствуйте. Почем ваши голуби? 200 рублей. Распродажа. По 200 рублей. Прям раз перед светофором. Корма. Да, да, да. Я вот только проехал. Ну, видишь, нос тоже. Ну, ну не то, да, не, ну, то. Не то. Ну, я... Отец тоже был и там. А ну в руках его. А, какой мрамор. Откуда привезли? Да это здесь, со Ставрополя. Товарищ один мне дает время от времени. А это ресурсы фазенды, есть такая... Как называется? Ресурсы фазенды. Ресурсы фазенды. По 150. Смотри. На ютубе. Дочке надо сказать. Когда домой приедешь, уже будет, да? Да, уже за изобильнинским голубятником, который знает меня. Жене тоже привет, она все время, чтобы я ей передавал привет, она очень ей нравится. Ага. Жив, здоров, вот мой голубятник, Кент, сними его тоже. Прям и запиши. Так любит голубей. Бросил жену с утра не дотраханную. Голубями пешком шел всю ночь сюда. На шпагов. Она следом бежала. Вернись, Одиссей. Запиздячь мне, блядь. Что значит 4 лет тот там в крови? Голубей поменял на жену. Да. Знаешь, есть песня? Я куплю голубей, а тебе нахуй пошлю. И утопишься ты в этом пруду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Что нового? Поскорее я приду. А, ловленый пруд. Вот такой веселый рынок в городе Ставрополь. Это было пить тоже, правильно. Ну, очистки, там пальцы резаны. Всем удачи, друзья. И до новых встреч.